שלום צופים יקרים. Здравствуйте, дорогие друзья. אנחנו הגענו בסוף הלימוד שלנו על ירמיהו. И мы приближаемся к концу наших лекций о пророке Иеремии. זה יהיה השיעור האחרון על הנושא הזה. И, скорее всего, это будет последний урок об этом пророке. וירמיהו דיבר דברים קשים ודיברנו גם אנחנו על דברים קשים וכבדים. И пророк Иеремия, он пророк трудный, тяжёлый, и мы также посвятили большинство уроков его таким трудным пророчествам. אבל הוא גם נביא של לא רק של בכי אלא גם של תקווה. Но он не только пророк плача, как его называют, но также пророк надежды. והיום אנחנו רוצים לגמור עם הבטחות של תקווה שירמיהו נותן לנו. И нам хочется сегодня завершить наш разговор об этом пророке его обетованиями надежды. ירמיהו התנבא באמצע המאה השמינית לפני הספירה. Мы знаем, что он жил и пророчествовал в середине 7 века до нашей эры. תקופה קשה. Это был нелёгкий период в нашей истории. בדיוק לפני נפילת שומרון. Как раз перед падением Самарии. בדיוק לפני יציאת עם ישראל לגלות בבל. Перед тем, как народ израильский ушёл в вавилонское изгнание. וירמיהו רצה שעם יחזור בתשובה. И Иеремия пытался, чтобы народ раскаялся. אבל הם לא חזרו. Но они этого не сделали. ואלוהים קיים את ההבטחות שלו והוציא את עם ישראל לגלות. И Господь исполнил свое обетование и увёл народ в изгнание Вавилона. ואחד התמונות העצובות. И одна из грустных картин. זה בסוף פרק 7 של ירמיהו. Находится в конце 7 главы пророка Иеремии. שהוא מדבר על דברים החמורים שיקרו בירושלים וביהודה. В котором он говорит о том, что произойдёт в Иерусалиме и в Иудее. ופסוק 34, הפסוק האחרון בפרק 7. 34 стих этой главы. אומר וישבתי מערי יהודה ומחוצות ירושלים כל ששון וכל שמחה כל חתן וכל כלה כי להרבה תהיה הארץ לחורבה תהיה הארץ и прекращу в городах Иудеи и на улицах Иерусалима голос торжества и голос веселия голос жениха и голос невесты потому что земля эта будет пустынью ברור זאת נבואה קשה И естественно, это тяжёлое пророчество. שמדברת על חורבן ירושלים. Которое говорит о разрушении Иерусалима. חורבן ירושלים שקרה ב-586 לפני הספירה. Которое произошло в 586 году до нашей эры. והמילים שירמיהו התנבא. И те слова, которыми обращается здесь пророк к народу. התגשמו. Они исполнились. עם ישראל, האליטה של ישראל הייתה בגלות 70 שנה. אליטה ישראלית находилась в изгнании 70 лет. חזרו לארץ ישראל עם עזרא ונחמיה. И они вернулись затем в Израиль под водительством Эзры и Неемии. שעזרא ונחמיה חזרו לארץ. נחמיה שהיה בעצם כמו ראש ממשלה במלכות בבל ופרס. Когда они вернулись назад в Израиль, в принципе, позиция должности Неемии была как бы президент Вавилона под властью Персии. ומקבלים מכתב מקורש מלך פרס. И они получают письмо от Кореша, царя или императора Персии. ובאים לארץ ישראל. И они возвращаются в землю Израиля. באמצע הלילה נחמיה קם, עולה על החמור שלו ועושה סיבוב בירושלים. И в центре, в середине ночи, Неемия просыпается, садится на своего осла и начинает объезжать стены Иерусалима. והוא רואה את העיר ארוסה. И он видит разрушенный город. רואה את בית המקדש ארוס. Разрушенный храм. חומות ירושלים ארוסות. Стены города в развалинах. הוא בוכה. И он рыдает. הוא נמצא במצב של
צער גדול על מה שקרה לירושלים. Он находится в состоянии уныния из-за того, что произошло в Иерусалиме. ואכן לא היה בירושלים כל ששון וכל שמחה, כל חתן וכל כלה. Действительно, в Иерусалиме в то время не было голоса радости, голоса веселья, голоса жениха и голоса невесты. ובנביא ירמיהו שלוש פעמים הפרזה הזאת מופיעה. И в книге пророка Иеремии мы встречаем эту фразу 3 раза. אנחנו קראנו בירמיהו 7. Мы сейчас прочитали из 7 главы пророка. זה חוזר בירמיהו 16. Это пророчество возвращается в 16 главе. אותו דבר, אני משבית מן המקום הזה לעיניכם ובימיכם כל ששון וכל שמחה, כל חתן וכל כלה, אותה פרזה. Те же самые слова, что я ликвидирую и уничтожу в этом месте голос радости, голос веселья, голос жениха и голос невесты. וזה חוזר עוד פעם במילים עוד יותר חזקות. И еще более жесткими словами это повторяется. בפרק 25 של ירמיהו. В 25 главе пророка Иеремии. פסוק 10. 10 стих. ועבדתי מהם כל ששון וכל שמחה, כל חתן וכל כלה, כל רחיים ואור נר. עוד יותר חזק. И прекращу у них голос радости, и голос веселья, и голос жениха, и голос невесты, звук жерновов и свет светильника. Еще более тяжелое пророчество. Мы знаем, когда в Библии что-то, какая-то фраза встречается 3 раза, в теми же самыми словами это сказано. Мы знаем, что эта фраза имеет очень, является очень веской. ואם זה היה נשאר ככה, если бы так оно и осталось, אז באמת לא היינו חוזרים מהגלות, и мы не возвращались бы из изгнания, לא היינו בונים מחדש את הארץ, и не построили бы эту землю заново, как сегодня, לא היינו רואים את השממה פורחת, если бы мы не видели, как пустыня превращается в цветущую землю, איך במקומות שלא היה כלום היום יש גנים ובניינים וערים שהיו לגמרי חורבות נבנו מחדש. И как в местах, где ничего не было, была пустыня, сегодня есть сады, и все цветет, и есть поля, и все заново отстроено. אבל יש לנו אותם מילים עוד פעם בירמיה. Но та же самая фраза встречается в Иеремии еще один раз. בפרק 33, в 33 главе בירמיהו, пророка Иеремии. יש חזרה על המילים האלה. Он снова повторяет эти слова. פסוק 10 ו-11. Мы прочтем 10 и 11 стих. Так говорит Господь: на этом месте, о котором вы говорите, оно пусто, без людей и без скота, в городах иудейских и на улицах Иерусалима, которые пусты, без людей, без жителей и без скота, опять будет слышен голос радости и голос веселья, голос жениха и голос невесты, голос говорящих «Славьте Господа Саваофа, ибо благ Господь, ибо вовек милость Его», и голос приносящих жертву благодарения в доме Господнем, ибо я возвращу плененных сей земли, и прежнее состояние, говорит Господь. Маша, Элоим лаках, ахшаву махзир. То, что Господь забрал у народа, теперь Он возвращает. Он говорит, что Он отнимет радость и веселье, и голос жениха и голос невесты. А затем Он обещает, что оно вернется снова. И исторический контекст этого пророчества очень важен. בהתחלת הפרק נתחיל מפסוק 4. И мы начнем читать с 4 стиха. Какой главы? 33. 33 главы снова. תקראי, אני אפסיק אותך. И было слово с 4. Ибо так говорит Господь Бог Израилев о домах города сего и о домах царей иудейских, которые разрушаются для завалов и для сражения. Пришедшими воевать с халдеями, чтобы наполнить дома трупами людей, которых я поражу во гневе моем и в ярости моей, и за все беззакония, которых я сокрыл лицо мое от города сего. И вот я приложу ему
пластырь и целебные средства, и уврачу их, и открою им обилие мира и истины. И возвращу плен Иуды и плен Израиля, и устрою их, как в начале, и очищу их от всего нечестия их, которым они грешили предо мною, и прощу все беззакония их, которыми они грешили предо мною и отпали от меня». Давар нифла. Замечательные слова. Элоим эзир эт аам. Господь предупреждает народ. Аам ло шомеа. Народ его не слушает. Ху хаяв лемале эт аавтахот шело. И поскольку Господь должен исполнять свои обетования, ху хаяв להגשים את מה שהנביאים אמרו. И он должен исполнить то, что говорят пророки. חורבן בא על ירושלים. На Иерусалим падает разрушение. על ארץ ישראל. Вся земля Израиля находится в запустении. גלות. За ним следует изгнание. האליטה הירושלמית והאליטה של יהודה והאליטה של ארץ ישראל יוצאים לגלות בבל. Иерусалимская иудейская элита уходит в вавилонское изгнание. Ве Элохим махзир отам ахре 70 шана. И 70 лет спустя какая-то часть из них возвращается назад. Авал амацав ло хозер лема шая кодем. Но ситуация в то время она не вернулась к первозданному виду. יש 200 שנה של חושך בהיסטוריה היהודית. Но наоборот, период, который наступает, эти последующие 200 лет являются абсолютной тьмой. כאילו неизвестным. הם נבלעו בהיסטוריה, אין להם זכר. Как будто бы их проглотила история, нет никаких сведений о том, что происходило здесь в Израиле. אין דוקומנטים. Нет никакой документации. אין כתובות. Никаких никакой письменности того времени. לא יודעים בדיוק מה קרה בארץ ישראל 200 שנה עד אלכסנדר מוקדון. До 200 лет, что происходило в земле Израиля, мы не имеем ни малейшего понятия вплоть до захвата Александра Македонского. התקופה ההלניסטית זה בעצם התחלת ההיסטוריה המודרנית של עם ישראל. И эллинистический период является в какой-то мере началом современной истории народа Израиля. אנחנו קוראים לזה התחלת בית שני. И мы называем её началом эпохи второго храма. מה קרה בין עזרא ונחמיה לבין התחלת התקופה ההלניסטית? חושך. И что произошло между временем Эзры и Нехемии и началом эллинистической эпохи и захвата Александра? 200 лет понятия не имеем, что там произошло. אבל גם אחרי זה. Но также и после этого. בתקופת הורדוס, в эпоху царя Ирода и до него хасмонейских правителей. אי אפשר להגיד שבירושלים היה כל ששון וכל שמחה, כל חתן וכל כלה, וכולם החטאים שלהם נשלחו וכולם שמחים והולכים לפי רצון אלוהים. Нельзя было сказать, что в Иерусалиме был голос жениха и голос веселья, и что все грехи были прощены, и все были в гармонии с Богом. И само собой разумеется, здесь не было независимой власти. הרומאים משנת 63 לפני הספירה בעצם שולטים על ארץ ישראל עד כניסת האסלאם במאה השביעית. И в принципе, Рим, а затем Византия правит этой землей, начиная с 64 года до нашей эры, и вплоть до начала ислама в 638 году. Бет ха-Мигдаш нихраб шенит бешнат 70. Второй храм снова разрушен в 70-м году нашей эры. Аз и эфшар ломар, ша ха-невуа азот ба-Ирмияу итгашма лифней о бе-ткуфат байт шени. И поэтому нельзя сказать, что это пророчество Иеремии воплотилось в жизнь в эпоху второго храма. למה לא? Почему нет? כיוון שכאן כתוב דבר מאוד מעניין. Потому что здесь написано очень интересная вещь. פרק 33 פסוק 7 כתוב, ואשיבותי את שבות יהודה ואת שבות ישראל ובניתים כבראשונה. Потому что написано, и возвращу плен Иуды и плен Израиля и устрою их как в начале. ופסוק 8, ותיהרתי מכל עוונם אשר חטאו לי וחטאת, וסלחתי לכל עוונותיהם אשר חטאו לי ואשר פשעו בי.
и очищу их от всего нечестия их, которым они грешили предо мною, и прощу все беззакония их, которыми они грешили предо мною и отпали от меня». Мы наверняка знаем, что этого не произошло в эпоху второго храма. Ткуфат байт шени бе'эцем нигмера им хурбан бейт амикдаш, мерет бар кохва, עוד פעם הוצאת היהודים מארץ ישראל לכל רוחות השמיים. Потому что эпоха второго храма, в принципе, завершилась первым восстанием, разрушением храма, затем вторым восстанием Бар-Кохбы и изгнанием евреев из земли Израиля по всем странам, на все четыре стороны, как бы они рассеялись. Ло я аф пам мацав шел רפואה להרים, של עטרת שלום ואמת, של טהרה מהחטאים שלהם, שמובטח כאן בטקסט הזה. וכל вот эти обетования о том, что города и горы будут как бы исцелены, и что все будет мир и благоденствие здесь, этого никогда не было. Это пророчество полностью не исполнилось. וכל נבואה שלא התגשמה על פרטי פרטיה, לא התגשמה. И любое пророчество, если оно не было исполнено во всех деталях, это значит, оно не было исполнено. התגשמות חלקית של הנבואה זה לא התגשמות מלאה של אותה נבואה. Потому что частичное исполнение пророчества не является его полным исполнением. אז לכן, поэтому, גם אם דברים נראים כחלקית התגשמות של ההבטחות של אלוהים, Даже если нам кажется, что эти пророчества частично уже исполнились раньше, они отчасти еще не были исполнены. И мы говорили об обетовании Нового Завета. Что Господь даст Новый Завет Иудее и Израилю. ושהתוצאה של הברית החדשה הזאת תהיה שכולם ידעו את אדוני ולא יצטרכו ללמד אחד את השני על אלוהים. И что результатом этого нового завета будет то, что все будут знать Господа и не должны будут один другого учить о Боге. כולם, תורת אדוני תהיה כתובה בלב שלהם. И что Тора Господня будет написана на их сердцах. והחטאים שלהם יסלחו. И их грехи будут прощены. אז אנחנו יודעים שבברית החדשה אנחנו שומעים שבמיוחד באיגרת על העברים פרק 8 והלאה שאלוהים הגשים בישוע המשיח נתן את הברית החדשה. Мы читаем в книге Нового Завета, особенно в послании к евреям, 8 глава, о том, что Господь исполнил свое обещание Нового Завета в Иисусе и в Новом Завете. Иешуа, בעצם, הוא המגשים של הברית החדשה, בדמו. Потому что Иешуа, он является исполнением вот этого обетования Нового Завета в его крови. בערב הפסח, שהוא לקח את הכוס ואמר, שתו, זה דמי, דם הברית החדשה. И когда накануне Пасхи он взял бокал и сказал, это моя, пейте, это моя кровь, кровь Нового Завета. И он как бы благовествует о начале исполнения Нового Завета. В его крови. Это начало. Но этот процесс... עדיין לא נגמר. Исполнение и воплощение этого пророчества, он еще не закончился. עוד לא גמרנו שכולם ידעו את אדוני. Мы еще не достигли того, что все будут знать Господа. עוד לא גמרנו שתורת אדוני תהיה כתובה בלב של כולם. Еще не достигли того, что Тора Господа будет написана на сердцах всех. עוד לא הגענו למצב הזה שאנחנו לא צריכים ללמד אחד את השני, אפילו בתוך הקהילה. לדעת את אלוהים. И мы еще не там, где один не должен учить другого, даже внутри мессианской общины, чтобы мы все знали Господа. עובדה, אנחנו עכשיו כאן מדברים בווידאו הזה ומנסים ללמד
אתכם לדעת את אדוני, להכיר אותו, לדעת את הנבואות שלו. И факт, что мы сейчас сидим вот перед этим, делаем видео для того, чтобы научить вас, наши зрители, о том, как лучше знать Бога и Его Слово. אז הנבואה שהתחילה מימי ירמיהו מקבלת התגשמות על ידי ישוע המשיח, אבל עכשיו אנחנו בתהליך, בפרוצס של ההתגשמות של ההבטחות האלה. И вот это пророчество, которое началось из Иеремии и нашло свое воплощение через кровь Иешуа Мессии, и дальше мы находимся в этом процессе его претворения в жизнь. Также и пророчество это исполнилось частично. החלק הראשון של הנבואה התגשם. Первая часть пророчества исполнилась. אכן מה שירמיהו הבטיח בפרק 7 ובפרק 16 ובפרק 25 התגשם, ירושלים חרבה. И то, что Иеремия обещал в 7 главе и в 16 и 24 главе о том, что Иерусалим будет разрушен, исполнилось. ההבטחות שאלוהים יוציא את עם ישראל לגלות התגשמו. И обетование о том, что народ Израиля уйдет в изгнание, исполнились. ההבטחות שלא יהיה בירושלים כל ססון וכל שמחה, כל חתן וכל כלה התגשמה יותר מ-2000 שנה. И обетование, что в Иерусалиме не будет голоса радости и голоса веселья, голоса жениха и голоса невесты исполнились, и 2000 лет это было так. והנה עכשיו. И вот сейчас. החצי השני של ההבטחה הזאת מתגשם. Исполняется вторая часть этого пророчества. Мы находимся в 9 стихе 33 главы Иеремии. והייתה לי לשם ססון, לתהילה ולתפארת, לכל גוי הארץ אשר ישמעו את כל הטובה אשר אנוכי עושה אותם, ופחדו ורגזו על כל הטובה ועל כל השלום אשר אנוכי עושה לה. И будет для меня Иерусалим радостным именем, похвалою и честью пред всеми народами земли, которые услышат о всех благах, какие я сделаю ему, и изумятся и затрепещут от всех благодеяний и всего благоденствия, которые я доставляю ему. Кама зе нахон айом. И насколько это верно сегодня? Кама зе хая рахок мейтану од лифней меа шана. И насколько это казалось невероятным всего 100 лет назад? כשתיאודור הרצל דיבר על חזרה, על ציונות, על בניין מדינה יהודית, היהודים בעצמם לא האמינו לו. И когда Теодор Герцль говорил о сионизме и о построении государства Израиль 100 лет назад, сами евреи ему не верили. היהודים, המנהיגות היהודית והרבנים לא האמינו לו. И раввины и еврейские лидеры в мире, они ему не верили. גם היום חלק גדול מהעולם האורתודוקסי היהודי לא מאמין שמדינת ישראל היא התגשמות של ההבטחות של אלוהים. הם אנטי ציונים. И сегодня большая часть еврейского ортодоксального общества не верит, что государство Израиля является воплощением этих пророчеств. Многие из них являются антисионистами. הם בעצם שונאים את מדינת ישראל. И они ненавидят государство Израиля. אבל הנה פה המציאות תופחת להם על הפנים. Но здесь реальность, она как бы мы сталкиваемся с ней, она перед нами. החצי השני של פסוק 9 מדהים אותי. И меня всегда поражает вторая часть 9 стиха. מה שאלוהים עשה לישראל. То, что Господь делает для Израиля. שהפך אותה לתפארת לכל גויי הארץ. Когда он делает его хвалою и честью пред всеми народами земли. ואיך השכנים שלנו פחדים ורוגזים על כל הטוב והשלום שאלוהים עושה לנו. И как все наши соседи изумятся, затрепещут от всех благодеяний и того благоденствия, которое Господь сделает нам. יש 130 מיליון ערבים מסביבנו. Есть сегодня вокруг нас 130 миллионов арабов. Мицраим эрец анакит леумат Исраэль. И Египет, например, является огромной страной в сравнении с Израилем. Митмоттетет
нишберет. И она находится в очень тяжелом экономическом состоянии, она просто на грани распада. Сурия. Сирия. יותר מ-170 אלף אזרחים סורים נהרגו על ידי השלטונות ועל ידי הטרוריסטים ועל ידי המתנגדים לשלטון אסד. Более 170 тысяч сирийцев погибли в последний там год с чем-то во время боев между президентом Асадом и его оппозицией. לבנון קרואה בין הנוצרים למוסלמים לשיעים לסונים הכל בתוהו ובוהו. Ливан, наш северный сосед, она разорвана в конфронтации между мусульманами, христианами, шиитами, суннитами. הכל מסביבנו מתמוטט, נשבר. И все вокруг нас находится в состоянии таком нестабильном, мягко говоря, разваливается на глазах. עם ישראל ומדינת ישראל נבנית מיום ליום. Однако народ Израиля и страна Израиля, она от день ото дня все больше строится. קולטים עלייה מיום ליום. Мы каждый день принимаем новых людей. מדינת ישראל היא בעצם מה שנקרא סטארט-אפ ניישן. יש יותר התחלות וטכנולוגיה, גילויים והמצאות טכנולוגיות בישראל מכל מדינה אחרת. И все соглашаются с тем, что сегодня Израиль является то, что называется народом стартапа. Есть больше технологических новинок и таких новых фирм и открытий в нашей стране, чем во многих других странах, которые намного больше. יותר патентим нерешамим баолам שיצאו מעם ישראל מכל מקום אחר בעולם. И больше патентов, которые созданы здесь, в стране Израиля, сегодня в мире записаны, чем в любой другой стране. מדינה קטנה כמו מדינת ישראל מייצאת אוכל, ירקות ופירות ופרחים למדינות מערב אירופה, כמו הולנד ובלגיה וצרפת ואנגליה וסקנדינביה. И крошечная страна, как Израиль, она посылает на экспорт продукты, всякие фрукты и овощи в страны Европы, Скандинавии, Германии, Голландии и прочие страны. Эти обещания Бога, они находятся в процессе воплощения в жизнь. פסוק שבע אומר, הנה וישבתי את שבות יהודה ואת שבות ישראל ובנתים כמו בראשונה. И в седьмом стихе он говорит, и возвращу плен Иуды и плен Израиля и устрою их как в начале. זה קורה. И это происходит на наших глазах. זו עובדה היסטורית. Это исторический факт. אתם יכולים להתווכח על הפוליטיקה של המזרח התיכון אם תרצו. Если вам хочется, вы можете спорить о политике Ближнего Востока. אבל העובדות מדברות בפני עצמם. Но факты говорят сами за себя. והעובדות מקבלות תוקף ממה שירמיהו דיבר במאה השמינית לפני הספירה. И факты эти, они укрепляются словами, которые говорил Иеремия в 700 году до нашей эры. רבותיי, אין דבר כזה באף מקום בעולם. И ничего подобного не произошло ни в одном месте в мире. שיש דוקומנט לפני 2750 שנה. Что у нас есть документ, который был написан 2700 лет назад. כתוב. Там написано. בשפה שכל ילד בגן ילדים בישראל יכול לקרוא. На языке, который сегодня может прочитать любой ребенок в детском саду. והוא אומר מה היה. И он пишет о том, что было. ומה יהיה. И что будет. ואנחנו רואים את ההתגשמות של הדברים האלה. И мы видим воплощение этих слов. מכל חלון. Из каждого окна. בארץ ישראל. В земле Израиля. אני חושב שזה צריך לחזק את הנוצרים, להאמין בדבר אדוני, בלי שום ספקות. Я думаю, что это должно укрепить христиан и верующих верить в Слово Божие и не иметь никаких сомнений. Потому что сегодня то, что Господь обещал через пророка Иеремию,
воплощается в жизнь, приходит в жизнь. זה לא סוף ההתגשמות. Это не конец процесса. אבל ברור שזה התחלת הסוף של ההתגשמות. Но мы знаем, что это начало вот этого вот конца. כמו שירמיהו אומר בפרק 33 פסוק 10 ו-11. Так как говорит Иеремия в 10 и 11 стихах. כה אמר אדוני, עוד ישמע במקום הזה, אשר אתם אומרים, חרב הוא, מעין אדם ומעין בהמה, בהרי יהודה ובחוצות ירושלים, הנשמות, מעין אדם ואין יושב ומעין בהמה, עוד ישמע כל ששון וכל שמחה, כל חתן וכל כה, כל אומרים, הודו לאדוני צבאות, כי טוב אדוני, כי לעולם חלדו. Так говорит Господь, на этом месте, о котором вы говорите, оно пусто, без людей и без скота, в городах иудейских и на улицах Иерусалима, которые пусты, без людей, без жителей, без скота, опять будет слышен голос радости и голос веселья, голос жениха и голос невесты, голос говорящих, славьте Господа Саваофа, ибо благ Господь, ибо вовек милость Его, и голос приносящих жертву благодарения в доме Господнем, ибо я возвращу плененных с стей земли, и в прежнее состояние, говорит Господь. И мы видим, как это воплощается в жизнь изо дня в день. Каждый день мы видим мехониот с декорацией, עם סרטים ועם פרחים של חתן וקלה שהולכים להתחתן בירושלים. И каждый день мы видим проезжающие мимо нас украшенные машины с женихом и невестой, которые едут в заключить брак здесь в Иерусалиме. כל יום אנחנו שומעים את הילדים עושים רעש ברחובות ובגנים משחקים בשמחה. И каждый день мы видим и слышим детей, которые играют и шумят и приносят радость в нашу жизнь здесь в парках Иерусалима. לפעמים הרעש הוא יותר מדי. Иногда это слишком много шума. אבל השמחה גם כן גדולה מאוד. Но также и радость она велика. שאחרי 2000 שנות גלות. Когда это происходит после 2000 лет изгнания. אנחנו בעצם לא רק קוראים את הטקסט. И поэтому мы сегодня не только читаем этот текст. אנחנו חיים את הטקסט. Но мы живём его. ואנחנו מבקשים מהאחים שלנו הנוצרים בעולם להשתתף בשמחתנו. И мы хотим, чтобы наши братья и сёстры, христиане во всём мире, они соучаствовали в нашей радости. שישמחו יחד איתנו. Чтобы вы радовались вместе с нами. שמה שאלוהים הבטיח. Ибо то, что Господь обещал, הוא מקיים. Он исполняет. ואנחנו מחכים שההגשמה הגדולה של שובו של המשיח לירושלים תתגשם בימינו במהרה בעגלה ובזמן קריב. И мы также ожидаем великого обетования возвращения Мессии сюда в этот город Иерусалим, чтобы оно наступило в скорости. כשהצאר של רוסיה שאל את רספוטין להוכיח לו שיש אלוהים. И когда, я хочу напомнить вам историю, когда царь русский спросил Распутина, как он может доказать ему существование Бога, он ответил ему одним словом. Израиль. Израиль. И я хочу воодушевить вас. Молиться за Израиль. Соучаствовать в жизни Израиля. Литмох бе Израиль. Укреплять Израиль, жертвовать для Израиля. ולהסתכל איך אלוהים מגשים את ההבטחות שלו. И наблюдать за тем, как Бог совершает его обетование. באמונה, через веру, וחסד, милость, ובקורבן של ישוע המשיח. И через жертву Иешуа Мессии. כל טוב. Всего вам доброго.